День толерантности и терпимости отмечают сегодня во всем мире, включая Азербайджан. Инициатором праздника стало ЮНЕСКО, специализированное учреждение в составе Организации Объединенных Наций. В 1995 году была подписана соответствующая декларация об основополагающих принципах толерантности по отношению к представителям другой национальности и человеческой расы. А 16 ноября 1996 года на заседании Генеральной Ассамблеи ООН был, собственно, и учрежден, и появилась традиция ежегодно отмечать этот праздник. Мы в Азербайджане воспринимаем этот день иначе, чем в западном мире. В Азербайджане не используют такое понятие, как терпимость. Вместо этого у нас принято уважать и любить других, не отличать людей по национальности и другим признакам. Поэтому слово «толерантность» имеет другое значение для нас с точки зрения содержания.